30-е годы 20 века – ужасное и жестокое время. Быстро набирает обороты национал-социализм. В Германии к власти приходит Адольф Гитлер. Но кроме фашизма, эта эпоха дарит нам самый успешный, выносливый и надежный автомобиль. В 1933-м Фердинанд Порше выпускает прототип Volkswagen 38. Сегодня мы называем эту машину «Жук». Идею народного автомобиля Порше вынашивал давно. И когда Гитлеру понадобился истинно арийский авто, дешевый и неприхотливый, Порше пришелся как раз ко двору. Попытки выпускать «Жука» на заводах Цундап и НСУ провалились. Но с поддержкой фюрера дело закрутилось на фабрике Daimler-Benz. «Volkswagen должен стоить не более 1000 марок», — сказал Гитлер. Диктатор даже придумал имя — «Крафт Дурх Фройде», то есть «Сила через радость». Финансисты, однако, никак не могли сделать машину дешевле 1000 рейхсмарок. Камнем преткновения стало заднее окошко. Поэтому первые экземпляры были с глухой задней стенкой. Машинки с окном в спине появились только в 1938 году. Тогда же к малолитражке прилипло прозвище «Жук». Между прочим, официально в Германии «Жуком» машину никогда не называли, только по номеру. Компоновка заднемоторная, система охлаждения воздушная. Кузов в те времена классифицировался как двухдверный седан. Длина чуть больше 4 метров. Кроме гражданских версий были модификации для вермахтов. На основе «Жука» делали вездеходы, амфибии, штабные машины и африканские внедорожники. В Америку «Жук» попал уже после войны. Малолитражку фашистов янки приняли в штыки. Но в 50-х страсти поутихли. И молодежь начинает колесить по стране на новеньких «Жуках». Малыш стал поп-идолом среди хипстеров и хиппи, и даже снимался в кино. Победное шествие по миру Volkswagen продолжал всю жизнь. В последующие годы «Жуки» собирали в Бельгии, Мексике, ЮАР и Нигерии.